ситуации исключения из ее статей о прямом колониальном статусе Российской Федерации. Для того, ура! Этот процесс начинается уже в феврале. Мы его готовили больше года. Мы начинаем генеральное наступление. Прежде всего, мы должны собрать будем 90 подписей депутатов для внесения этого проекта Конституции. Для этого потребуется поддержка отделений НОДА и штабов НОДА по всей стране. У нас сейчас 200 штабов. Они все подключатся к непосредственному давлению на депутатов, многие из которых, естественно, являются неопределившимися. Кто-то коллаборационистом, кто-то, может быть, и агент, но им придется жить в России, и Россия обязана доказать на них давление. 90 подписей. Следующий этап. Параллельно внесение закона о Конституционном собрании, которое должно запустить процесс референдума. Народ России должен референдумом, общим голосованием принять решение о свободном статусе своей страны, о освобождении от внешнего управления, освобождении от колониального рабства. Это будет уже начало в феврале. Дальше весь год будет тяжелая борьба с пятой колонной. Мы должны уже в этом году перейти к конкретному адресату. Если мы говорим пятая колонна, агенты, первый список агентов должен появиться в ближайшие несколько месяцев, особенно в средствах массовой информации. Те теракты, которые устраивают американцы карательные в России, половина убиенных людей на совести журналистов, которые распространяют и пугают народ, помогают карателям и оккупантам запугивать Россию, запугивать русских. Мы должны вывести их фамилии на чистую воду, мы должны объявить их врагами Отечества, и они должны определиться со своей дальнейшей судьбой. Это первый шаг, который должен быть уже конкретно в следующем году. Родина, свобода, Путин! Родина, свобода, Путин! Родина, свобода, Путин! Нас не ждут легкие времена, нас не ждут свободное, такое легкое течение по восстановлению суверенитета и свободы нашего Отечества, как никогда так и не было. Всегда свобода нам давалась тяжелейшим напряжением. Наши деды, прадеды, прапрадеды знают, что никогда свобода и жизнь нашей страны не бывала просто так. Всегда это тяжелейшая борьба. И в этом году мы вступаем в эту борьбу. В этом году мы должны добиться первой победы. В этом году мы должны предопределить освобождение России и потом последующее ее восстановление на принципах свободы, справедливости, равенства, богатства, счастья и всеобщего благополучия наших людей. Мы должны вернуть нашей стране лидерство, как говорит Путин, во всех областях, в том числе в областях качества и комфортности.